1 сентября 2016 года войдет в историю Ямайской школы-интерната не только как день начала нового учебного года. Одним из знаменательных событий минувшего дня стало открытие первого «Газпром-класса». Уважаемые друзья, преподаватели, учащиеся, очень радостно то, что вы делаете первую ступеньку в вашу большую жизнь. То есть те ребята, что были отобраны в «Газпром-класс», они, конечно, проявили очень много знаний, умений, главное, стремление хорошо учиться, и они были зачислены в этот класс. Но, поверьте мне, это лишь те небольшие кирпичики фундамента вашего дальнейшего жизненного роста, те, что вы заложили своим трудом, своим умением. Такого никогда еще не было. ПАО «Газпром» приняла решение и открыла свой класс на краю земли, в Заполярном Ярселе. И это еще одно подтверждение того, что у нашей территории большое будущее. И каким оно будет, зависит в том числе и от нас. На сегодняшний день в Ярсалинском «Газпром-классе» 10 учеников. Тех ребят, кто выразил желание учиться профессии газовика и кто прошел испытания. Ребята каждую субботу были не только на математике, но и на физике. Ребята очень много времени уделяли именно этим предметам, поэтому я надеюсь, что достойно закончат 11 класс и, возможно, станут хорошими специалистами в дальнейшем. И сегодня, стоя на пороге «Газпром-класса», ярсалинские первооткрыватели с волнением в голосе, но уверенностью в своих силах, говорят ответное слово. Сегодня это первая веха в Ярселе, потому что сейчас мы понимаем, насколько важен топливно-энергетический комплекс, Ямальский район, как это все связано воедино, и кому, как не нашим детям, держать этот путь. На самом деле сегодня наши дети первопроходцы здесь, в Ярселе. Дальше мы будем, как уже сказали наши партнеры, дальше мы будем налаживать и структурировать наше обучение. Дети заинтересованы. Я думаю, сейчас присутствовали и дети, которые, может быть, изначально не определились, но, судя по искрам в глазах, я думаю, что сегодня у нас будет пополнение в этом «Газпром-классе». От имени ООО «Газпром Добыча на дым» Алексей Переладов вручил подарки ученикам профильного класса и выразил надежду на дальнейшие тесные взаимоотношения, заверив ребят в том, что учиться с этого года станет намного интереснее.